В горах Ингушетии на территории Джарахско-Асинского музея-заповедника найдено средневековое каменное святилище ЦУФ. Объект располагается в 1200 метрах юго-восточнее башенного комплекса Нижний Пуй. Согласно ингушскому фольклору, подобные сооружения из камня возводили на месте гибели человека от удара молнии. Этот тип святилища отличается от других своими размерами и формой. Столпообразные святилища – наиболее распространенный вид культовых памятников горной Ингушетии, относящийся к доисламскому периоду. После проведения необходимых работ его внесут в перечень объектов культурного наследия республики.